Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Voxy Hybrid 2015 год. Бензиновый двигатель объемом 1,8 литра, 99 лошадиных сил. Гибридная установка в 60 кВт, КПП, передний привод. Литые диски, хорошая летняя резина, пробег 169 тысяч километров. Аукционный балл 3,5. Имеются повторители в зеркалах, ветровики. По салону у нас ухоженный темный салон. Не прокуренные три ряда сидений, климат-контроль, кондиционер, эко-режим, мультимедиа, мультируль, круиз-контроль, две электродвери, кнопка старт-стоп, электрорегулировка зеркал,